Он подсказывает, я сейчас прикрою, но там я не буду выцелен. Итак, уважаемые друзья, у нас финальный поединок, финальная схватка между спортсменами весовой категории 70 кг. Мужчина Жанбекулы Усен в зеленой одежде, ну а в синей Бишенов Бекмамат. Очень агрессивно и активно начали спортсмены финальную схватку. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Так, попытка вывести из равновесия. Сейчас активно борются спортсмены. В любом случае, сейчас пойдут на обострение. В любом случае. Так. Попытка броска. Так, какое решение примет? Да, заждались мы арбитров. Предупреждение. Получает Усен, балл получает Бекмамат. Итак, продолжается схватка. Всего лишь минута позади. Впереди еще 2 минуты, так что времени очень много. Так. Пытаются друг друга вывести из равновесия. Пытаются сподручнее схватиться и бросить соперника. Жанбекулы Усен выглядит более, я бы сказал, устойчивее. В отличие от Бекмамата. За пассивность предупреждение получает спортсмены. Так, балл присуждается Усену, но Бекмамат получает предупреждение. У каждого спортсмена по одному предупреждению, соответственно, призывает их к активности. Так. Полтора минуты. Минута 30 секунд уже позади, осталось столько же. Да. Пока броска мы не видим. Но в любом случае уже. Так. Призывает к активности рефери еще раз. Да, не могут сейчас борцы найти выходы и варианты для броска. Можно, можно дать баллы. Предупреждение получает Бабик по мату. Бекмамат получает балл. Второе предупреждение у Усена Жанбекулы. Бекмамат очень близок. Осталось минута 6 секунд. Посмотрим, что будет дальше. Бросок! Да. Бросок состоялся, но не чистый. Схватка продолжается. 56 секунд осталось. Да, не могут сейчас разобраться с захватом спортсмены. Кто же первым пойдет на атаку? Кружат, кружат. Спортсмены пытаются перехитрить друг друга.
пытается вывести из равновесия Джанабек Луисен своего соперника. Пока что ему это не удалось. Вытягивает, пытается выйти на бросок Джанабек Луисен. Бешенов Бекмама тоже действует очень грамотно, неплохо отзащищался. Да, бросок есть, но Бешен Бекмаматов получает балл. 3-1. 3-1, соответственно, очень близок к победе. Осталось очень мало, чуть больше 10 секунд. Соответственно, Бекмамат должен сейчас пытаться выдержать вот этот натиск. Давайте детальнее рассмотрим на повторе этот эпизод с броском. После этого момента обязательно мы с вами разберем этот эпизод. Осталось всего ничего, по сути. Так, попытка броска, нет, Усен попытался бросить, и снова Бекмамат действует очень грамотно, балл получает, 4-1, осталось 4 секунды, ну не знаю, по сути за 4 секунды можно выиграть поединок, но очень сложно. Джанабек Усен должен сейчас сделать что-то невозможное. Не хочу я, конечно, как-то драматизировать ситуацию, но тем не менее, 4 секунды осталось всего лишь до конца схватки. Да, нужна медицинская помощь. Давайте детально рассмотрим эпизод предыдущий с броском. Да, вот первым ошибся, конечно, здесь Джанабек Усен. Отлично воспользовался моментом Бекмамат. Соответственно, сумел заработать баллы. Потом следующий эпизод, последний эпизод с броском. Пытался выйти на бросок Усен, в то же время отлично Бекмамат действовал, перевел, контратаковал и заработал балл. Да, очень грамотно на контратаках действует Бекмамат. Именно это качество позволило ему набрать 4 балла в финальной схватке. Итак, последние 4 секунды. Мы сейчас с вами будем наблюдать развязку истории. Давайте понаблюдаем. Так, финал затянулся. 3 секунды. Джанабек пытается. Все. Все, уважаемые телезрители. Завершается финальная схватка. Бешенов Бекмамат. Чемпион Кыргызстана по алыш. В 2021 году. Поздравляем Бекмамата. Ну а Усену мы желаем, конечно, удачи. Раздосадован Джанабек Улу, но тем не менее он тоже себя отлично проявил. Всего в этой весовой категории участвовало 64 спортсмена.